Актив БРСМ, участвующий в республиканском семинаре, собрался у патриотического центра на Кобринском, укреплении Брестской крепости, чтобы почтить память ее защитников, вспомнить историю этого места и в торжественной обстановке установить табличку с QR-кодом, обозначив новую точку на карте в международном историко-патриотическом проекте «Цифровая звезда». Сегодня будет оцифрован Брестский областной патриотический центр, установлена будет табличка с QR-кодом. Их уже больше 2000, и этот объект имеет особое, важное, сакральное значение для всей белорусской молодежи, и не только белорусской, всей молодежи бывшего многонационального советского народа. В портале «Цифровая звезда» в этом году появились объекты историко-культурного наследия, точки геноцида советского, белорусского народа, но изначально этот проект задумывался как память в цифровом пространстве именно событиям Великой Отечественной войны. Цифровая звезда, она посвящена будет непосредственно молодежному патриотическому центру, именно истории создания, то, что это был бывший штаб 125-го стрелкового полка, который героически принял боевое сражение с немецко-фашистскими захватчиками 22 июня 1941 года. После торжественного открытия участники митинга почтили память защитников Брестской крепости минутой молчания и возложили цветы к памятной доске воинам-артиллеристам 131-го артиллерийского полка 6-й стрелковой дивизии. Также молодые люди прибыли для того, чтобы помочь студенческим отрядам в строительстве патриотического центра. Первый студотряд «Спадчина» Брестского государственного технического университета, начавший свою работу 11 ноября, закончил свою трудовую вахту. Настало время работы для отрядов Брестского государственного университета имени Пушкина «Стахановцы» и Белорусского государственного университета «Аэлита». В торжественной обстановке студентам были вручены трудовые путевки. Командир отряда, пожалуйста, также аплодисменты. Вот эти ребята, мы с ними уже сегодня провели такую достаточно большую беседу, они с большой ответственностью воспринимают эту работу, не относятся как к какому-то проходному мероприятию, они очень серьезно нацелены на результат. И работают, несмотря на такие уже достаточно холодные декабрьские дни, снег, но работают с горячими сердцами. И, конечно, сегодня мы также вручим очередной сертификат на сумму 50 тысяч белорусских рублей, очередная лепта, которую вложила молодежь. Ребята очень хотят проявить себя достойно, ведь работа предстоит нешуточная, как в плане строительных работ, так и по гражданско-патриотическому воспитанию. То, что мы здесь делаем, это часть нашего общего дела. Мы помогаем строить наше будущее нашей страны. Я очень сильно люблю свое государство, свою страну, и я хотел бы внести лепту в строительство данного здания. Ну а дальше дружная молодежная стройка, которая стала прекрасным завершением молодежного семинара. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.